Нет квитанции, нет оплаты. Декабрьские платежки за коммунальные услуги в этом месяце приходят с опозданием. Задержка рассылки связана с реорганизацией теплосети. С 1 января этого года за подачу тепла в Клинском районе отвечает новое муниципальное унитарное предприятие «Клинские тепловые сети». Поэтому все платежные документы за декабрь месяц уже с указанием новых реквизитов поступят буквально на этой неделе. До 15 числа все жители нашего города и района получат платежные уведомления.